почему русские никогда не сдаются? Потому что когда на нас постоянно идут волны нашествия, мы этим самым давали нападающим понятие, что они, конечно, вот эту группу солдат-то перебьют, но это будет стоить им так дорого, что если вы будете дальше двигаться, ваша победа, ну, смысла никакого не имеет. Вы просто обескровите сами себя. Вот почему сражение до последнего, да, здесь 100 человек погибло, там, 1000 человек в Брестской крепости, но как бы уже в декабре 41 года Гитлеру доклад на стол клали, что война-то, собственно говоря, проиграна и в экономическом, в политическом, да и в пропагандистском отношении, потому что русские не сдаются. Удары по нашим героям, удары по истории – это попытка изменить ментальность народа. Когда Александр Матросов бы, подойдя к брошюре, подумал, а вы знаете, а почему я-то, собственно говоря, должен? Вот пусть он. Я-то зачем? Пожертвовал собой во имя народа, народ сохранился, народ победил, народ тебя помнит.